Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной. Значит, сегодня хочу с вами поговорить о расческе Spider компании I Love My Hair. Вот логотип, вот название данной расчески, вот ее серийный номер 1501. Для чего нужна эта расческа? Ну, прежде всего, коллеги, скажу вам так, уникальная расческа. Да-да, не вот, знаете, вот без всякого стёба, без вот всякого юмора, там можете даже там не смеяться, там подумав о том, что там Дмитрий пытается тут там впарить расческу там для расчесывания, для распутывания. Коллеги, вот честно, когда мне попала данная расческа в руки, я также подумал, что ну вот тут пытаются мне тут впарить расческу также и типа, что за ерунда, расческа для распутывания, ну, бред какой-то. Но когда ко мне пришла клиентка вот с начесанным таким нормальной копной, ее специально начесали и сказали, ну, ты расчеши одной расчески, расчеши другой. К моему удивлению, данная расческа справилась с этим на все 100%. Я был настолько удивлен, как она легко расчесывает волосы, насколько она расчесывает мокрые волосы, насколько она расчесывает сухие волосы вот в начесе. Коллеги, я просто обалдел. Теперь вот эта расческа красная 1501, это незаменимая расческа моя при расчесывании волос, когда я хочу начинать делать стрижку. То есть я расчесываю данной расческой мокрые волосы полностью. И там, если где-то какие-то там запутки появляются, да, я без проблем расчесываю любые волосы. Там пористые, непористые, волнистые, неволнистые. Там, если какие-то там, не знаю, ну, всякие волосы приходят, когда там, может, там слегка подубитые, где нужно бережное воздействие, бережное там расчесывание нужно. Вот я теперь перед любой стрижкой, перед любой процедурой, там вот перед всем, что мне нужно сделать волосами, я, когда я расчесываю волосы, я теперь прохожусь данной расческой. То есть, ну, наверное, не зря придумали люди и назвали ее вот расческа Spider «Бережный уход». Ну, действительно, вот оно оправдывает свое название «Расческа с бережным уходом». Она офигенно действительно расчесывает волосы. И вот все коллеги, клиенты мои, кому я давал эту расческу, говорил, попробуйте расчешите волосы, все просто восторгались от того, что действительно расческа обалденно расчесывает волосы. Неважно какие. Вот. И я всем советую мастерам использовать эту расческу в своей работе. Также, если данная расческа понравится вам, понравится вашим клиентам, вы можете эту расческу предлагать в продажах в своих салонах, чтобы она у вас была в продаже, вы предлагали эту расческу своим клиентам. И я думаю, что попробовав раз этой расческой, если вы грамотно расскажете, что вот великолепная расческа, ей можно распутывать любые волосы, вы можете ей распутывать там сухие, мокрые волосы, расчесывать просто там сухие волосы. И они, когда попробуют ей прочесать, поверьте, ну, мало кто устоит, чтобы ее не купить. Ну, вот я, например, когда работаю, я всегда в большинстве своим клиентам советую покупать данную расческу, чтобы бережно сами дома расчесывали волосы. Вот, что-то я уже разговаривался слишком много. Давайте я ее открою, чтобы вы ее увидели. Вот такая расческа, очень такая маленькая, очень удобная держать в руке. Достаточно такая приятная эргономика у данной расчески. Вот, такие мягкие щетинки у нее, очень-очень мягкие щетинки, прям вот даже вот когда даже по коже проводишь, действительно очень мягко, деликатное расчесывание. Даже по коже, когда. Ну уж, а что говорить, когда мы расчесываем волосы. Значит, еще такая особенность данной расчески. Коллеги, если вы приобрели эту расческу,
и вы пытаетесь, допустим, пришел к вам клиент, и вы пытаетесь, допустим, ну, просто сушить волосы по естественному распадению волос. Ну, к примеру, мужская стрижка короткая вам пришла, и вы сушите данные волосы феном и в тандеме с этой расческой. Сушите, пожалуйста, ну, на вот таком вот расстоянии, чтобы ваш фен был прохладный и ну, такое расстояние, чтобы как бы не спалить вот эти щетинки. Потому что я боюсь, что все-таки ну, они загнутся очень быстро у вас, потому что фен горячий, и вот здесь в описании в коробке нигде не указано. Вот тут в описании нигде не указано, что расческа может выдерживать горячий фен и 220 градусов горячий воздух. Поэтому мой вам совет, если вы вдруг все-таки решитесь этой расческой еще и просто сушить по форме стрижку, вот, то держите, пожалуйста, хотя бы, ну, выдерживайте вот такое расстояние и прохладным воздухом, не горячим, чтобы как бы не убить данную расческу. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотел, я вам о ней рассказал. Все ее плюсы, как она великолепно расчесывает. Вот. Остается только вам ее приобрести, купить и сделать действительно свой вывод о том, что был я прав или нет. А я больше чем уверен, что вы скажете, что я был прав, и я никогда никого не обманываю. Я всегда делюсь только теми наработками и тем инструментом, которым я сам пользуюсь. Потому что если бы я не пользовался данным инструментом, я бы даже и не предлагал и не делился с вами своими эмоциями, своим бы инструментом, которым я работаю. Поэтому всем рекомендую в работу данную расческу, и также рекомендую, чтобы вы рекомендовали данную расческу своим клиентам, потому что действительно расческа прекрасная, прекрасная расческа уход для бережного, подчеркиваю, расчесывания волос и распутывания. Вот это два основных фактора. Даже второй фактор, наверное, все-таки больше, именно расчесывание. Вот. Если же у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете написать мне в личку. Я ссылку под этим видео оставлю. Вы можете заходить на нашу группу, на наш сайт, где вы можете приобрести данные расчески. Вот. Ну и также писать мне. Я буду рад вам ответить на любые ваши вопросы. Пишите, не стесняйтесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Ну, если не понравилось, тоже ставьте, что вам оно не понравилось. Я как бы не расстроюсь, если кому-то мое видео не понравилось. Я рассказываю всегда видео в своих видеообзорах о том, как я вижу инструменты в своей повседневной работе. И делюсь с вами простым языком. Я не пытаюсь там говорить заумными терминами, чтобы это половина парикмахеров не понимала, о чем, собственно, говорит коллега. Потому что, ну, не все подкованы на какие-то там терминологии. Вот. Поэтому я говорю простым парикмахерским языком и делюсь с вами своим простым опытом, своим же любимым инструментом. Всем спасибо, всем пока, всем точных стрижек.